Привет, ну что ж, привет. Утро. Вчера я напуталась с названием. Вместо обед написала завтра. Пусть будет там. Конечно, там макароны с котлетами. Кто их подает на завтра? А на завтрак есть обычная яичница, йогурты, плюс сосиски, колбаски. Ну вот он завтрак сегодня. Кончик, такие вкусные, все, с черным мёдом. Я их не пробовала. Зря. Как не пробовал? Мы их ели уже было. Много не пробовал. Ну да. Мы уже все подъели. Куриные сосиски, это какая-то это... Верняк какая-то. Докторская сосиска. Молочная. Сухая, да? Что? Какая-то куриная. Да не, нормально. Мне не больше нравится, чем говяжья. Да? Там как мясо есть, а в говяжьем название. Не знаю, мне тебе больше нравится. Молодцы, на пенсию на любителя. Опять начинается там. Взяка от утра. Сразу же отдай, чтоб не забрали, да? Нет. Слушай, я так думаю, остаток отдыха я буду ходить в них. На, забирай. А в этих что-то? А в этих что-то не видно. А дай-ка посмотреть. На, посмотри я обратно сразу мне, ладно? Доброе. Доброе утро. Ну, здесь все хорошо видно. Да? Угу. Не зря, не зря. Не зря, конечно. Они вот от того, что торопятся у них, попадает в скорлупа, да? Угу. А так все вкусно. Самая известная моя еда – это нестик. Да, но каждое утро есть просто. Кстати, мам, нестик закрыли. В России закрыли его? Да? Более 2 месяца. Более 2 месяца? Уже год было. Поставь голову сюда. Там, видимо, остатки продавали. Спасибо. Что было на складе?
Так, что? Дай Вову вилочку. Можно я попробую твой йогурт? Йогурт вообще бомба, а что мне не взяли? Такой приятный, нет? Нет, обычный фруктовый тут это. Офигеть, йогурт просто вот такой, не то, что у нас там вот эти маленькие продают баночки. Вот чувствуется, что сегодня утром его это вспенили, взболтали. Подоили. Взболтали, он прям такой весь это, как сказать, мягкий, пушистый. Такой воздушный. А у нас какую-то массу ешь, серую, красную, фиолетовую массу ешь. Ее надо жевать. Ну ладно, все нормально. Живем дальше. Кофе. Бай. Но сегодня я буду целый день опять тусить. Как вчера отдохнул. Как вчера все. Ну да, до 6 вечера и спать. Вчера только вспоминали. Да мы каждый день это вспоминаем, вот, пока мы здесь. Раньше приезжали в Египет, короче, пили, ели, ходили этот, на чикен, постоянно у гриля, у бара крутились. Дискотеку ни одну не пропускали, абсолютно ни одну школу. Все, как сказать, все тусовки проходили с нами, вообще все. При этом. Лучшие тусовки у нас были. Ну, при отеле тусовки. А сейчас нас зовут, ну, вот это, видели, да, Марина? Кто она здесь? Кто она здесь? Ну, организовывает все эти мероприятия. Понимаю. Вот, мы постоянно в отказниках, всегда. Не потому что там нет денег, или не потому что... А зачем здесь деньги сейчас? Нет, но она предлагала вообще на дискотеку это. А, да, да, да. Да, вот потому что, знаете, лень, уже какая-то старость, что ли, приблизилась, и охота полежать на солнышке, выпить небольшой коктейль. Мы вчера за целый день выпили, ну, может, по 2 стакана коктейля за весь день. Целый день провалялись, искупались, сходили в ресторан, просто погуляли по отелю. Повеселились, так поржали между собой. И все на этом, да? И все на этом. А раньше мы даже в 12 закрывают этот, бар закрывают. Мы еще с собой бокалами наберем, целую батарею наставим. По 5, по 6 штук идем куда-нибудь у бассейна садимся. Там вообще все русские подсаживаются и начинается опять снег. Потом напьемся и быстрее надо купаться срочно. Да, 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 да. Спасибо. Ну, спасибо. Прям вообще. Ну хорошо? Все отлично. Отлично. Спасибо. Прям в 4 утра надо купаться. Помнишь, да, это да, да, да. Охрана гоняла. Орали, что там хлорка, что там нельзя, нужно. Это ладно. Ближе к утру, где-то часиков в 2 ночи, мы начинаем долбиться в ресторан. Ну я. И что самое интересное, кормили. Всегда, всегда накормят. Что-нибудь вынесут, мясо. Но они знают, что я люблю пожрать. Всегда вынесут. А вот сейчас мне даже трехразовое питание. Ну здесь можно постоянно кушать всегда.
Самое основное – это завтрак, обед, ужин. Вот этих три раза более чем достаточно. Более. И каждый прием пищи стараешься, ну, каким-нибудь как-то полуголодным встать и уйти. Не доесть, то есть. Потому что знаешь, что дальше будут опять какие-то вкусняки. Да, она попала? Я все уже кофе пила. Да, вот. Ветер что-то начал сдуться. Вот даже поверху. Да. Так что кто там спрашивал? А ты сегодня что снилось-то? А, мне нифига сегодня приснилось. Я, короче, когда лежу, а я проснулась в 2 ночи. Сколько не могу. Лежу, и этот Олег такой. Я думаю, что-то плохо ему стало, что ли. Трясу, он не просыпается. Я уже испугалась, потом вы не будет. Что это было? Короче, представляете, какая-то фигня приснилась. Что вот я знаю, что ко мне сейчас придет труп какой-то. Мне надо достать его сердце и, короче, покрошить, чтобы он умер. Но я так и сделал. Я вот боюсь, короче, я встретил вот этот труп, можно сказать. Он ко мне зашел. Я не знаю, где это было, в России или здесь. Зашел, он на ногах пришел, и у него голова болталась вот так. Зомби. А? Зомби. Вот типа зомби ко мне заходит. Я у него, короче, роняю ему это, спарываю, короче, грудь, достаю у него сердце. И прям в руке это сердце, короче, разрываю. И смотрю это ему в лицо, он, короче, раз, у него глаза все потускнели, он умер. Я все, короче, встаю, телефон достаю. И это, и в телефоне на заставке он на меня смотрит. И я вот здесь, как, давай печать, как тебя убрать, Прикинь, вот такая фигня снилась. И потом чувствую, что меня кто-то это... Ну, вообще такая фигня приснилась, я не знаю, вот... И вчера не пили ничего, можно сказать. Пилка. О, все такое впитывает в себя, человечек крутит. Ешь давай. Йогурт ешь. Мам, я в детскую комнату пойду. А, кстати, кто говорил про пончики? Настряпал я пончики. Вот, пожалуйста, Анжелика. Вот они пончики. Я настряпал. Не ты настряпал. А папа мама. Прикольно, когда организм создан так, что второй день пить не можешь, болеешь второй день и даже не опохмеляешь. Я просто смотреть не могу, не нюхать эти сигареты, не пить, ну вообще никакой алкоголь. Ну там пиво, если там осилю себя, вот, бокальчик, неохота прийти в себя. А вот некоторые, представляете, могут каждый день, every day, every time, drink, every day. Oh, no, what? Вот это вообще прикольная, как бы, во мне такая функция, скажу. А? В тебе, да? Ну и в тебе тоже.
Я это сейчас про себя говорю. Не напиваться. Все уже купаются, давайте я вам сейчас покажу. Давай немножко уже, это, 15 минут. Ну ладно, желаю всем такого же позитивного и доброго утра. Пока-пока.